ты Гитлера, жертвы Холокоста, национал-социалисты, профессиональные приводеры и убийцы, которых благословил на убийство Всевышний. Ты окружённый за тобой, следят с разных позиций. Лучший дрыгнул в Бабилон, кудесники дыма. Не рыпайтесь. Не рыпайтесь. Растяжки в ловушке расставлены, диверсанты по тайным ходам отправлены. Теперь в этих местах вода и еда отравлены. Революция Ленина после диктатуры Сталина. Черных лиц на столе сырплавлены. Травля народа ежеминутно и целенаправленно. Пиночет овцы и Мао Цзэдуна армия. Захлопнуты железные ставни, Библия прилюдно спалена. Африка на грани вымирания, система неизлечимо ранена. Пускает огни на сигнальные. Кудесники дыма раскидали в этих строках знаки препинания правильно. Теперь четко поставлено, написано на бумаге, которая при контакте с водой мгновенно сгораем. Посвященный даже под угрозой смерти не должен выдать свои тайные знания. По городу развешаны плакаты подсказок, там отрежут и причьют. Ты только приди, они все расскажут. Стены усыпаны дипломами, награды вокруг. А взглянешь без всяких ярлыков на шее шпут. Настало время оживших кукол, хитрые умы загнали личность в угол. Все шнуры были подключены в юном возрасте, напрямую в купол. Подселили вирус мягов, когда в общественном месте так громко попукал. Набор определенных цифр имеет большую важность, чем прописка, подпись, лицо. В бумажке выданной лично в руки, свобода воли на самом пике. Громкая музыка глушит крики, никто не лидер. Школьных учебных раков за правды не видели. А ведь так много знаем о тех местах, в которых не были. Искусственно меняет все естественное в мире. Чувства не сыграли, а живому месту надавили так, что потом уже поверили в классы жителей. Забыв однажды про один, включат лишние носители. Всех, кого увидели, но чуть заметили. Масса основная сразу признавала лидеров. Эффекты страха выдали защиту блока, пока ответственного тут за общую подачу долга. Вовремя послать их нахуй было некому, а это на руку. Не возникает ни одна молекула. В центре шара собралось много претендентов. Бросьте камни, бросьте палки, идите на Майдан!